Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Гондик ТВ. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Также не забывайте заглядывать под видео, где вы найдете ссылочки на мои профили и на все мои контакты. Сегодня я буду играть в мой ресторан. И сегодня в видео я расскажу, как я улучшила свой ресторан и что нового у меня появилось. Я накопила 635 тысяч и сейчас я хочу купить роскошные плиты. Я покупаю сразу 3, и теперь надо их поставить в моем ресторане. Но чтобы их поставить, нужно сначала убрать старые плиты. И не только плиты, придется убрать также и посудомойки, потому что тут все ставится в определенном порядке. Как лучше расставлять оборудование на первом этаже, у меня есть отдельный ролик. Можете перейти по подсказке и посмотреть. Это самый лучший вариант для зарабатывания денег в игре «Мой ресторан». Вот так теперь будет выглядеть моя кухня. И у меня накопилось еще 754 тысячи, и я докуплю оставшееся оборудование. Мне осталось купить 2 роскошных плиты, я их покупаю, и также мне нужно купить роскошные посудомойки. Покупает тоже 2 штуки. Больше вроде мне ничего здесь пока покупать не надо. Я пока не буду обустраивать свои этажи, оставлю как есть. И теперь давайте поставим новые плиты у меня на кухне. Мне нужно убрать стол заказов, 2 плиты и посудомойку, чтобы я смогла поставить новое оборудование. Здесь поставим плиту. Не хочет ставиться. Поэтому придется убрать все. Здесь ставим плиту. Здесь тоже ставим плиту по направлению к столу заказов. Убираем посудомойку и ставим тоже передом к столу заказов. Так, отлично. И теперь, чтобы поставить еще одну плиту, надо все убрать. Вот в таком порядке надо ставить. Все, отлично, теперь ставлю стол заказов. И все, готово. Моя кухня полностью золотая, я ее обновила и улучшила. Вот так вот она теперь будет у меня выглядеть. И все, работает как часы. Что ж, ребята, теперь надо продать то, что мне не нужно. Продавать вот в этом месте. Выбираете количество и продаете. Продаю старые плиты, они мне не нужны. Также продам старый стол заказов. У меня их много, надо продать все. Так, и вот эти деревянные столики мне тоже не нужны, я тоже их продам. Я оставила плиточки, если что, потом докуплю. Вот она моя мечта, слот-машина. Остальное у меня все есть. И теперь можно прогуляться по территории и зайти в гости. А в гости я хочу зайти к Roblox Funny Game. Это мой подписчик, друг. Также он является ютубером. Перед тем, как зайти, мы немножко пообщались, провели светскую беседу. Я все-таки спросила разрешения посетить его ресторан. Он, конечно, радушно разрешил мне пройти, пригласил на чай. Можете почитать нашу беседу, если интересно. Ну, короче, мы зашли внутрь. Сейчас я вам покажу, как оформлен первый этаж его ресторана. Немножко подождем, пока все загрузится. Вот так вот уже видно, красиво все расставлено. У входа стоит колодец желаний и машина для конфет. Мы тут немножко шутим, общаясь в чате. Ну, в общем, смотрите. Здесь посередине находится небольшая уютная кухня. По периметру стоят столики. Все стоит довольно компактно. Даже очень компактно. Не везде можно пройти. Но это не минус. Это просто так расставлена мебель. Но в целом все оформлено очень красиво и аккуратно.
И сейчас я хочу подняться на второй этаж и показать, как оформлено там. Ух ты, смотрите, ребята, как красиво подобрано сочетание пола, темные и светлые плитки. Установлена светлая мебель. И все это на контрасте с яркой зеленой сочной зеленью. Очень интересно оформлен второй этаж. Всего в ресторане 5 этажей, но все этажи я показывать не буду. Если вам интересно увидеть весь ресторан полностью, заходите на канал Roblox Funny Game, где вы сможете посмотреть, как оформлены другие этажи. Они сделаны тоже очень интересно, и, возможно, вы подчеркнете какую-то идею для оформления своего ресторана. Ссылочка на канал будет в описании под видео. Ну а после того, как я прогулялась немножко по ресторану, мы продолжили общение, перешли в зону бара, сели на стульчики и дальше болтали обо всем и ни о чем, как обычно бывает в дружеской компании. Что ж, пришло время расширять мой ресторан. Я хочу купить четвертый этаж. Четвертый этаж стоит 85 тысяч, и я могу его купить. Пятый этаж стоит 200 тысяч, и мне как раз на него хватает, я его тоже куплю. Пусть будет. Шестой этаж стоит 400 тысяч. Оформлять этажи пока не буду. Стоит немножко накопить денег, и потом я сделаю красивый дизайн своих этажей. Прогуливаясь по территории, я заметила вот что. Мой друг и помощник Никита застрял в своей собственной статуе. Это было так неожиданно, я сначала растерялась, но потом решила, что ему обязательно нужно помочь. Но что я могу сделать одна? Я бегала вокруг статуи, но ничего не могла придумать. Но его срочно нужно было оттуда вытащить. Тогда я решила позвать своих друзей. Пришел мой подписчик, он увидел тоже эту ужасную картину и тоже не знал, как помочь. Мы вместе бегали вокруг статуи и пытались придумать, как же вытащить оттуда Никиту. Потом нас стало уже трое, мы втроем пытались придумать, как же помочь Никите. Но ничего так у нас и не получилось. Мы просто бегали вокруг статуи и смотрели, как бедный Никита болтает ручками и ножками. Ребята, на самом деле ничего страшного, это просто такой глюк в игре, но выглядит он очень забавно. Что ж, ребята, на сегодня, пожалуй, все. Немножко улучшила свой ресторан. В следующий раз я буду уже обустраивать свои пустые этажи. Сделаю об этом отдельное видео. Что ж, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк и пока-пока.